Васильевич, областной службы спасения, главный специалист. Значит, в данный момент на месте около ротонды проходят массовые мероприятия, крещенские купания. В данном месте соблюдены все меры безопасности, спасатели работают. На месте находится пункт обогрева, то бишь это пневмомодуль, освещение. В пневмомодуле находятся тепловые пушки, раздевалки, значит, сиденья. Все сделано для людей, для удобства, для комфорта. На данный момент, по подсчетам, прошло примерно где-то человек 250-260. Ожидаем наплыв, это где-то примерно в 23:30. И уже дальше до 2-3 часов утра. Потом как бы будет затишье, и по прошлым годам где-то с 6 часов пойдет уже другая партия людей, которые приобщились к данному праздничному мероприятию. Сколько всего сотрудников областной службы спасения сейчас дежурят на месте? Областная служба спасения, у них сейчас задействована большая часть сотрудников, потому что здесь не в одном месте, по ротонде находятся у нас купальные места, в разных местах, в усиленном режиме работы. Вот. Еще хочу как бы пояснить, что около данного места, около модуля находится также прием горячего чая. Это как бы взаимодействие с главным управлением МЧС России сделано. В общем, все сделано для людей. Ожидаем, чем больше, тем лучше. Завтра полетел Лонгинин, частем пресвитере, десятевых и сидьяконстве, а всем причте, людям Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бога, храними в стране нашей, властях и воинстве ее. Господу, будешь там, а путь нечистый, рассеяние же пойдут по нему и не заблудятся. И не будет там льва ниже, зверей лютых взыдет на ниже. Обращение во власти великого Господа, возлюбленный на ноте сына именуя, иду, или голубине. Лет, пойдем, привет. Так, ребят, заходим и выходим. Вырос, выжал.